Ой, папочка, свинка, все болит. Мамочка, пойди, пожалуйста, ко мне. Бегу, бегу, морозненький. Да-да, мой хороший, я пришла, что случилось? Мамочка, я так по тебе соскучился. Ты же мой хороший. Мамочка, я так тебя люблю. И я тебя люблю, мой хороший Джорджик, любимый. Мама, мамочка, пойди ко мне. Бегу, бегу, моя козочка. Папочка, ты что меня звала? Мамочка, я так по тебе соскучилась. Ах ты моя милая хрюшка. Мамочка, моя любимая, так тебя люблю. И я тебя, моя хорошая девочка. Мамочка, пойди ко мне. Я тебе что-то хочу сказать. Бегу, бегу. Что случилось, малыш? Чего ты меня звал? Я опять по тебе соскучился, мама. Ты же мой маленький. Мама, пойди ко мне. Папа опять меня зовет. Мамочка, ты идешь? Иду, иду, милая. Ай-яй-яй-яй-яй, как же я упала, больно нос. И нога еще болит. О. Что случилось, мама-свинка? Папа-свин, я бежала к своей любимой Пеппе по лестнице и упала с нее. Теперь у меня так сильно болит нос и еще нога. Я срочно вызываю скорую помощь. Доктор, доктор! Наша мама-свинка упала с лестницы. У нее болит нога и разбит нос. Срочно приезжайте. Папа-свин, если у мамы-свинки очень сильно болит нога, вам нужно приехать срочно в больницу, потому что нужно сделать рентген. Вдруг у нее перелом. Хорошо, я сейчас привезу ее на своей машине. Ждите нас. Мамочка, мамочка, мы так за тебя переживаем. Пожалуйста, приезжай побыстрее из больницы. Ой, папочка-свинка, все болит. Ну вот, мама-свинка, мы в больнице. Сейчас тебе помогут. Как хорошо. Доктор, ну у меня очень сильно болит и нос, и ножка. Сейчас мы вам сделаем уколчик обезболивающего. Мама-свинка, сейчас будем делать уколчик. Молодец. Мама-свинка, сейчас мы с вами сотрем кровь, грязь и потом будем обрабатывать ранку. Все, мама-свинка. Мама-свинка, надо продезинфицировать вашу ранку. Наложим пластырь. Так. И еще на вторую носопырку вашу. Хорошо. С носиком разобрались. Теперь нужно сделать на вашей ножке рентген. Возможно, придется наложить гипс. Давайте, мама-свиночка, сделаем снимочек вашей ножки. Будем ждать результат. Мама-свинка, на снимке видно, что необходимо наложить гипс. Нога переломана. Ой-ой-ой, как же я так неаккуратно, как же мои детки. Не переживайте, мама-свинка, сейчас наложим гипс, и я вас отпущу домой. Итак, мама-свинка, начинаем гипсовать вашу ножку. Ну вот, мы закончили, мама-свинка. И что, я уже свободна, доктор? Конечно, но только через 20 дней я буду вас ждать к себе, чтобы снять гипс. А сейчас я приглашу папу свина, чтобы он вас забрал домой. Ну вот, мама-свинка, хорошо, что все закончилось. Больше по лестнице не бегай. По лестнице бегать нельзя. Хорошо, папа-свин. Ах ты мой любимый Тафи. Ты мой хороший пес. Давай с тобой прогуляемся, а потом пойдем домой кушать. Пойдем гулять, мой хороший. Ну иди погуляй сам. Ой,
Джордж, смотри, кто к нам прибежал. Какая хорошая. Ой, Пеппа, это что, собачка? Да, Джорджик, она к нам прибежала в гости, представляешь? Может быть, поиграем с ней, Джордж? Давай, а что мы будем играть? Давай побегаем в догонялки. Как мы ей скажем? А мы просто побежим, а она за нами. Побежали? Давай. Бежим, Джордж! Бежим, Джордж! Ой-ой-ой, как страшно! Кто это, Джордж? Пеппа, я боюсь змею. Не бойся, Джорджик. Сейчас прибежит наша собачка и ее прогонит. Смотри, Пеппа, собачка сама испугалась и убежала. Ой, Джорджик, ну собачка, я от нее такого не ожидала. Я думал, они кусают змей. Они сами их боятся. Пеппа, что же нам с этим всем делать? Ой, Джордж, наверное, нам надо убраться, иначе мама придет и нас ругает. Да. Дети, что это такое? Что здесь произошло? Мама, не ругай нас. Это не мы. Мамочка, пожалуйста, не ругайся. Ты знаешь, дело было так. К нам прибежала собачка. Мы решили с ней поиграть. Мы бегали, и вдруг приползла змея. Мы с Джорджиком так испугались, боялись. Но решили, что собачка сейчас прогонит эту змею. И что ты думаешь, мамочка? Собачка-то сама испугалась. И вон что натворила, представляешь? Что, правда? Здесь были и собака, и змея? Джордж, ты что, нас размножил? Пеппа, я хочу мультики посмотреть. Мультики. Перепульт переключай и смотри свои мультики. Ой, смотри, Пеппа, вас стало две. Где? Джордж, ты что, нас размножил? Это же вторая Пеппа, моя копия. Что же делать? Я не знаю, я только нажал на пульт. Джордж, нужно срочно исправлять ситуацию. Давай скорее еще раз жми на пульт. А, теперь три Пеппы. Ой, правда, еще одна появилась. Я боюсь. Что же делать? Джордж, нажми другую кнопку. И что, они тогда исчезнут? Наверное. А, стало еще больше Пеппок. Джордж, вы где? О, что здесь происходит? Мама! Дети, что здесь произошло? Мама, я просто нажал кнопку на пульте. И Пеппок стало очень-очень много. Все, ситуацию иду исправлять я. Сейчас нажму кнопочку, и все Пеппы остальные пропадут. Еще одна Пеппа! Так, что здесь случилось? Папа, я нажимал на кнопки на телевизоре, переключал телепрограммы, а Пеппок стало много-много. Ага, первый раз такое вижу, а потом что? А потом мама еще переключала, их стало еще больше. Ух ты, что же это такое? Мама-свинка, вставай! Я сейчас все исправлю. Смотрите, как нужно. Чик! Ой, еще одна.
Пора заканчивать это безумие. Я поняла. Мне нужно прислушаться своего сердца и найти свою родную дочь. Может быть, это моя папа. Нет, не моя девочка. Пойду дальше. Это моя. Прислушаюсь сердце. Нет, не моя дочка. Такая красивая, может быть, вот эта, в беленькой рубашечке? Нет, не моя. А это? Да, да, вот она, моя Пеппа, это она. Вот моя девочка Пеппа, нашла я свою родную. Ой, мамочка, спасибо, а то я уже устала среди этих копий находиться. Мама-свинка, ты настоящая мама. Узнала, где твоя настоящая дочка.